Всем привет, с вами Soulmaster 9, на своем другом канале, по имени TV Cupcakes я показывал, как убрать Google Lens, но видимо, не все поняли, поэтому я решил записать туториал снова, но на другом канале. Просто проделайте все действия как я. Если у вас старая версия Google Chrome, то вам нужно ее обновить, если нет кнопки «Обновить Google Chrome», значит у вас последняя версия и все хорошо.